Благодаря российскому инвестиционному форуму в Сочи страны БРИКС стали еще ближе. На единственной международной сессии Дня молодежного предпринимательства, организованной фондом Росконгресс, было создано сообщество «Друзья городов». Друг с другом встретились те, кто меняет мир к лучшему с помощью новых технологий в новых климатических и геополитических условиях. В моей стране Индии существует несколько умных проектов, которые поддерживает и реализует правительство. И один из главных – это развитие солнечной энергетики. Индия готова представить новые виды экологичных и более эффективных графеновых батарей. Они способны генерировать энергию, даже когда идет дождь. Не исключено и открытие производства в России, где тем временем придумали новый способ быстрой и безопасной обработки больших данных, что особенно актуально для умного города. В своих мечтах разработчики уже давно нарисовали каждую минуту жизни в нем и частично реализовали. Интернет вещей, онлайн-общение с чиновниками, цифровая уборка улиц. В ближайшее время умнее станут как минимум 3 российских города – Краснодар, Новороссийск и Сочи. Проект получил поддержку на федеральном уровне. Мы надеемся, что совместно путем трех бюджетов, слияния трех бюджетов местного, бюджета краевого, федерального, мы найдем необходимые средства, реализуем проекты и поможем всем нашим жителям увидеть позитивные изменения. Цели устойчивого развития ООН отводят разумным, комфортным, уютным муниципалитетам особое место. Внести свой весомый вклад в их развитие намерены участники сообщества «Друзья городов».